Я рад приветствовать любителей котеек на канале Дмаку. Меня зовут Станислав, и сегодня мы с вами продолжаем играть в игру под названием Molly Cats. Ну что ж, дорогие друзья, интересно, что там наши кротокотики учинили на этот раз. Наверняка шкодничают, пока нас не было. У них даже глаза, по-моему, их точки вот эти глазные в виде грибочков. Они так любят грибы. Так, что нам тут надо сделать? Называло задание ключики, как я заметил. Ям, что-то мы слопали. А грибочек, наверное. Кротокотики всегда хватают новые вещи, выкидывая старые. Ага. Получится оранжевый ключ для оранжевой двери. Кнопка. Нам нужно для... Ну, в принципе, у нас тоже оранжевый ключик. Да, на бегу это я помню, да, что на бегу нам плевать. Мы сейчас ускоримся вот здесь. Отлично, что у нас здесь есть? Ой, у нас, смотрите, здесь клёвый ништячок. И грибок. Прям вообще хорошо. Так, что нам нужно будет с вами сделать? Смотрите. У нас с вами еще синяя дверь не открыта. Мы сейчас ключ заберем синий. Ага, мы и деревянную дверь эту закрыли, да? Так. Я пробежал мимо ключа. Ладно, ничего страшного, сейчас возьмем. Ага. На обратке мы сейчас должны дернуть рычаг, наверное, и у нас откроется с вами вот эта дверь. О, да! Побежали, мой дорогой кротокотик. Там грибы! Воу-воу! Она закрывается! Так, подожди, тогда мне надо нажать. Теперь открыть. А, он последовательно, я понял, короче, он хитро открывает. Не просто так, смотрите, он сейчас откроет. Угу, две открыл. Это же оранжевая. Хе-хе-хе. Вот синий как раз нам нужен. А потом мы с вами тут, наверное, кругаля сможем навернуть и забрать он тот грибок хитрый. Ой, не грибок, а вот это вот, вкусняшку вот эту. У нас грибы-то мы все собрали? Да, ты гриба три. Так, ну давайте тогда будем бежать, наверное. Нам здесь нельзя никаким образом... Вот этот рычаг дергать, чтобы нам дверь там не перекрыла. Сейчас мы хитро доберемся до нового места вкусного. Ням-ням-ням. Так, ускоряемся. Я мимо двери бегу. Своей кротокотской пробежечкой. Так, давайте я так просто ускорю время. Оп. Да, ништяк собрали. Мы сейчас можем посмотреть новое интересное место. Ну ладно, увидим как раз клевые ништяковые места. Там надо было 2 очка, и как раз вот мы их с вами заработали. Да, чтобы нажать выход с миссии, надо нажать А. Так, отлично. Есть один ништячок и куча всего интересного. На 3 звезды суперски. Погнали следующую. Так, что тут у нас? 2 кота. Так, оранжевый был лидером. Другой кротокотик присоединяется, и другие кротокотики присоединяются, идут за вами, да, получается? Так, нам нужно здесь дверь как-то открыть. Там какое-то секретное место, похоже. Мы сейчас придем какую-то святая святых кротокотов. Бежим! Плавали, говорит, знаем. Так, тихо. Так, есть ключ. У нас с вами есть какой-то ящик. А, он вон внизу, да?
Два кота и три гриба. Все есть. А почему? А, ну да, ну да, ну да. Ням-ням-ям. Нам надо это крутануть тоже. И тогда мы с вами сможем добраться до этого ящика. Так, а где еще грибочек? Мы где-то один пропустили, что ли? Мы где-то, походу, один пропустили. А, вот он наверху, понял все. Хе-хе-хе. Как они по потолку гуляют вообще. Им нормально. Разгонимся! Пришло время убегать. Так? Так. Да. Отлично. Исполнили. Отличненько. Все выполнили. Хитро. Хитро, но сделали. Так, разворот. Это новое какое-то что ли умение будет? Нашего кота-кота. Ну, посмотрим сейчас. Так. Или вот этот, наверное, гриб нас заставляет разворачиваться. О нет, опять эти кнопки. Надо искать другой путь. Так, ну это я понял. Так, это значит сюда. Нам надо пройти еще, причем поверху. А тут тоже есть кнопки. Две причем штуки. Ну тут можно пробежать. Да мы можем прямо сейчас пробежать. О-о-о. Ура! Легендарнейший гриб. Непонятка. Он дает силу разворота. Это на А надо нажать, да? Выберите та, в котором... с кротокотом и жмите А, чтобы развернуться в противоположную сторону. Так, ну нам вначале надо собрать здесь все. А, это специально? Интересно, зачем тогда сделано? Нам надо как-то... А как нам до этого... место добраться. Тут крутануть. Как-то там выйти. Так, ну давайте посмотрим. Нам надо вот эти два гриба-то забрать. Там-то я уйду. А, я могу... Так. Да блин, нет. Так, теперь надо... А. О. А, я же их все... А, я понял, да, я же кнопки-то все равно нажимаю. Я совсем про это забываю. Кнопки-то ведь я все равно нажимаю. Тут не важно. Так, нажимаем. Это закрывает, да? А то открывает. Но я не могу так, подожди, как я не могу уж так пробиться? То есть это открывает дверь, это закрывает. Я же в любом случае через нее прохожу. Как я могу воспользоваться ей? Это я иду вот так. Но мы еще попробуем тайл перевернуть. А, вот, нормально. Да, почти. Но мы сейчас А сделаем. Нет, А. И выйдем в эту сторону. Все, понял теперь, короче. Я такой... Просто когда дают новую способность, всегда непонятно, как бы, что с ней делать изначально. Вроде как бы непонятно, но потом становится понятно, естественно. Сейчас попривыкнемся, и будет все ясно. Нам еще надо через верх как-то пробраться. Ну, я уже знаю как. В принципе, нам здесь что? У нас два из трех, это вот еще один гриб. Нам можно уже, наверное, разворачиваться. Да? Идти. А здесь мы тайл просто перевернем, и будет нормально.
и вот так вот через верх пройдем, да? Это открывает, а это закрывает, походу. Сейчас проверим. Да, это открывает. Да ну, ты чё, брось, ну. Надурили дурака на 4 кулака. Так, 3, да, все, забрали. Я-то думал, что так нельзя дурить. А можно, дурить можно, прогнали. Ну, вначале было непонятно. Действительно, было немножко непонятно, сейчас нормально все. Разобрались. Давайте сюда, здесь интересненько. Что же здесь? Напрямик. Напрямик — это хорошо. Быстро дойдем до места, до которого нам нужно. Так, а тут прям сразу типа того мух-мур. Подожди. Сколько тут, смотрите, интересно. 12 грибов. Тут 12 грибов. Фига себе напрямик. Это будет сверхкрутая длинная мегамиссия. Но мы можем прямо сейчас выйти. Это мы, в принципе, и так поняли, да? О! Летим. А почему не летим? А-а-а! Все. Уходи, мой дорогой кротокотик. А, можно было, кстати, развернуться, да? Ну ладно. Тут что, какая-то чучундра ходит? Вы посмотрите, она краснеет, зеленеет. Что за фигня? Она, возможно, нас сожрет. Такое возможно? Возможно. Ой, тут еще один котяка спит. Сейчас мы его быстренько разбудим. Полетели. Очень много кусочек вот этих созданий. И котов-то здесь много. Теперь-то что делать? А, я могу пройти? Я смотрю, просто здесь указатели. Вроде я думал, что нельзя. Собирай кота. Почопали вместе, друг. Так, я так понимаю, что хорошо, что мы идем по низу. То есть не по одной траектории, вместе с этой чучундрой. Иначе она нас сожрет. Так, тихо. Крутим. Ой, нет, ой, нет, ой, нет. Так, как там? А, разворачиваемся. Нам как-то надо наверх. Я все понял. Иди в пень. Не грунди, не гунди, не пытайся нас укусить. Мы котов собираем. Так, еще один товарищ наш. Так, сколько тут их? 4 штуки. Так, нам надо еще к товарищу. И грибов здесь надо много собрать. Нет! Нет! А, он просто его пугает. Фух. Я-то сам как испугался. Не пугай моего кота. Ну, сейчас у меня бедный запутается, замучается. Так, ладно, мы собрали что-то. Еще, наверное, один гриб. Нам надо этого кота еще разбудить. Кротокотик, не спать. О, отлично, какой-то рычаг. Сейчас дернем, что будет. Воу. Хо-хоу. Два кота, потому что. Вот он два раза и дернул. Да, сейчас мы еще одного возьмем, подожди. Нас теперь целая банда.
Так, пора убегать, банда. Пора убегать. Пора убегать. Так он уже сейчас за нами будет ползать, нет? Так. О, мы соединились с корешем. Отлично! Ура! Мы нашли котика! Все, ты с нами. Нет! Нет, ну котик, ну куда ты пошел? Подожди. Дружище. Так, нам надо тут, чтобы он ускорился. Еще один грибочек. Ям. Офигеть, миссия какая, да? Ну, здесь реально очень много всего, куда надо сходить. Ну-ка, с ним сейчас еще раз пройдемся. Осознаете, да, что 4 котика прошлись и капец полный. А, вот эти знаки, они запрещают вот этим чучундрам ходить, я понял. Так, давайте разгонимся. Да нет! Мы уж догоним! Теперь мы и до гриба добрались. Так, сколько там нам осталось? Еще 6 грибов, 4 кота. Есть, коробку не нашли, и секретное место еще есть где-то, ребята. Так, давайте посмотрим, где здесь может быть секретное место. Так, сюда-то мы, ладно, зайдем. А дальше-то что? Сюда нельзя, здесь чучундра ходит. Два выхода. Еще где-то секреточка есть. А, вот секретка, мы как раз в нее идем. Шикарно, секреточка! С кучей грибов, наверное. Давай быстрее. Да, ящички, грибочки, все есть. Сейчас все соберем. Радуюсь, как ребенок. Честное слово. Радуюсь за этих котов хитрючих. Так, мы уходим. И ускоряемся. Чап-чап-чап-чап-чап. Не мешай нам, чучело. Так, смотрите, мы сейчас перевернем. А, перевернуть нельзя? А как же? Как же? А, ее при помощи рычага можно перевернуть. Я вас догоню, братьки! Я догнал, я обогнал. Я понял, мы теперь при помощи рычага только можем воздействовать. Так, мы сейчас попробуем разобраться. Так, сколько нам осталось? У нас осталось один гриб из 11, получается, а из 12, да? Нам надо 2 гриба еще найти. 4 кота нашли, коробку нашли, и остался... И секретку нашли, короче, да? Все, значит, у нас осталось только 2 гриба. Давайте посмотрим, где они. 2 грибочка. Один здесь... А второй...
А где второй? Такое чувство, что реально коты поют. А вот тут вот, вот понятно. Значит, а чтобы сюда добраться, это нам надо грамотно очень подвинуть, да, вот этой всей системой. Нет, котейку потеряли. Сейчас разбредутся же, кто куда. Так, нет, нет, давай, ты бежишь. Все, доставили. Котейку доставили по назначению. Так, разворачиваемся. Ну-ка. Так, ну-ка, давай-ка мы обратно. Так, это куда? И вот грибок, да? И опять же, здесь только три, которые не ходят, да? Окей, сейчас еще раз. Ага. Еще раз. Короче, надо все-таки одного кота какого-то засылать, вы смотрите. Потому что так не получится. А вот получилось же. Две бяки. А один бесстрашный у меня. Вот такой вот он молодец. Да нет, 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 не двигай. Блин, как неудобно четырьмя котами это управлять. Тем более, чтобы они, когда они ходят все в разные стороны. И тут опять эти две бяки. Гриб собери. Все, уходим. Почему эти заразы здесь ползают? Причем в таком количестве? Уходи отсюда. Нет! Нет! Кота поберегите! О! Братюнчик, подожди. Ты, давай, на С. Точнее, на А. Вообще всех котов растеряли. Вот это, конечно, безумие. Так, давайте тут ускоримся. Ну все, в принципе, можем идти на выход. Мы можем по одному коту вообще как бы водить по-хитрому. Вы понимаете, да, это? Нет. Кто в лес, кто под дрова. Заметьте. Так, ну здесь мы не пройдем, тут чучундра мешает. Не пугай моего котика. Сейчас, ребятки, сейчас разберемся. Нам главное сейчас согнать их всех в одну сторону. Так, один есть. Там круговая система.
Так, это вот получается, да, один там ходит по кругу. И все равно придется одному рычаг дергать. Как вы поняли, да, потому что... Получилось у нас по-дурному все. Где он там у нас? Все, мы нашли друг друга, все нормально у нас. Сейчас разберемся. Это довольно-таки непростая миссия. Много котов, много грибов, всего много. Нет. Да. Еще главное перегнать всех котиков. Нет. Нет, нет, нет. Ура, мы нашлись, братюньки. Мы нашлись. Ура. Все. Ну почти все. Ладно, сейчас там все получится. А у нас тут тем более уже проход есть выкопан. Нам надо только грамотно проделать все это. Да нет же. Нет. Ой. Давайте еще. Я так понимаю, что теперь, да, есть выход. Фу, ё-моё. Как же это непросто. За всеми этими котами уследить. Хитрючие животные. Не, ну как бы мне... Эх, в любом случае. Мне надо вот это поменять. Так, что ж ты... Так, так. Так, ну двоих мы выводим. Троих точнее всего, да? Остался только один. Если, конечно, эта скотина нам сейчас не помешает, она ведь очень сильно хочет помешать. Так, ускоряем здесь. И бежим на финиш! Фу, неужели мы разобрались? Ёшкин конь! Вы посмотрите. Это было реально сложно. Так много картокотиков в одну долю секунды. Да! Мои дорогие коты, могу порадовать вас. Мы справились! Мы справились! Мы справились! Сколько радости! Радости просто полные штаны. Полные рюкзаки радости. Так, ну давайте вскрывать. У нас с вами новая... Что это такое? Подарок? Кто-то что-то подарил. Так, это шляпа.
А зачем мне шляпа? Так, шляпа фотографии. Прикрою лицо. Что происходит? Что это такое вообще? Или он вспоминает что-то? Мол, я не могу вспомнить. Я думаю, может быть, я могу как-то... Чья, типа, мол, это шляпа? А это, походу, ее шляпа была, да? Ее ухватил какой-то... Утащил ее какой-то осьминог. Так, понятно. Понятно, что он не мог вспомнить. Даму шестерня. Так, давайте посмотрим туда-сюда. Растение. Ну, давайте шестерни начнем. Что у нас тут? Тут два недвигающихся полностью. Ям. Тейла, давайте посмотрим, сейчас мы куда повернем этот. Ага, ну они все с шестеренками, в принципе, нарисованы, да? Те, которые мы можем двигать. Но мы уже сами разобрались в этом, по крайней мере, пока выполняли вон то задание. Оно было реально адовое. Так, теперь куда? О, прям грибочку. Неужто? Хватай его быстрее, друг. Побежим, может быть? О, там еще один котейка. Давай быстрее котейку этого спасем. То он тут спит, уснет еще. Проснись, котейка. Так, сколько нам надо? 5 грибов. По-моему, мы переборщили. Ну, так не кажется? По-моему, где-то мы переборщили. Так, сейчас мы еще крутанем. Мы слишком много крутанули, друг. Так, давай развернемся. Бежим! За грибом! Отлично. Нам надо было... Так, подожди. 4 из 5. А так, где 5-й гриб? А, вот он и есть здесь, да? Все, я все понял. А тут рычажок у нас был с вами... Возможно, вот там. Вот этот, возможно, рычаг двигает вот эту комнату, да? Нифига. Так, а какой тогда двигает? Вот тот наверху, который? Бежим! Я ж правильно понимаю, вот этот мы не трогали? Какой двигает? Да! Тихо. Хе-хе-хе. Мы хитрые коты. Да мы за грибы. Какое можем учудить? И-ха! Грибы нас ждут. Двойное веселье. Так, тихо. Нам сюда. А зачем еще один рычаг, интересно? 5-3 кота. Может, здесь есть нычка какая? Просто любопытно. Но я не вижу ничего. А вы видите? Но обычно, если здесь есть секретка, нам про это говорят, да? Значит, здесь ничего нет, окей. Мы справились! Это было прикольно и легко довольно-таки. Вот это, походу, миссия, да, вот это вот. Ну, естественно, вот эти миссии с золотыми, они самые сложные, и они, видимо, себе совмещают разные умения, разные наши знания. Вот это вот совмещало и шестеренки. А так-то мы тут, наверное, должны были с ними познакомиться. Ну вот и подошла к концу очередная серия по игре Molly Cats. Ну что ж, дорогие друзья, наши кротокотики, по-моему, справляются отлично. Что не скажешь про меня. Ну, котики, главное, справляются хорошо. Но они мне помогают, ладно. Как видите, некоторые миссии совмещают в себе даже те знания, которые нам, в принципе-то, еще пока на данный момент не открывались.
И вот эта большая, крупная, сложная миссия, она содержала в себе различные знания. Но мы быстренько разобрались, ну, нормально разобрались и смогли все сделать. Хотя миссия была довольно-таки сложная. Надеюсь, вам понравилось. Если это так, то, конечно же, не забывайте поставить лайк, прокомментировать видео, поделиться им с друзьями, а также добавляйте плейлисты и вступайте в нашу группу ВКонтакте. Ну и подписываться, конечно, не забывайте, а также жмакать колокольчик, чтобы ничего не пропустить. А с вами был Станислав. Я всех вас крепко обнимаю, целую, люблю, увидимся в новых приключениях. Всем пока!